Вот козочку баронессу Дмитрий Николаевич мне отдал. Я ее забираю для своей тещи. Будет жить она в хороших руках, под моим присмотром, ну и также под присмотром моей тещи. Да, баронесса? Ну, я тетя Тане козу в руки не дам, потому что она очень тяжелая девочка. Я ее понесу сам. Дмитрий Николаевич Белоуха тоже отдает. Он теперь будет жить также у моей тещи вместе с баронессой. Скучно ему там не будет, они уже знают друг друга. Ну и также будет в хороших руках и вырастет большим и крепким.